молодым артистам хоть в огонь, хоть в воду. Болото тоже, не зная броду. Он много лет любимчик у народа. Его все любят, его все ждут. Да, да, да. Сашка письмо прислал, сильно хвалит его. Начальство очень довольно. Золотые руки. Начальник так сказал про Сашку моего. Золотые руки. Выстроил всех и сказал: вот вам, сволочи, всем пример. Сашка, золотые руки. Всенародно сказал. Самый вот, который там главный у них. Начальник всей тюрьмы. У Сашки с детства золотые руки. Ноги не так. А руки что ты? Без порток еще бегал, все бывало, в замках копался. Замок, либо засов увидит, аж дрожит весь. Еще помню, в школу не ходил. Зашли что-то к председателю сельсовета Леонтию Захарычу. У того сейф заело. Сашка открыл, еще в школе не учился. А уж когда выучился, то ой, что ты. У него и первый привод был за технику. Трактор угнал с прицепом. Девок катать. Прицеп, сколько девок-то войдет. Судья потом: как ты это и сделал? Там же аккумулятора не было. О, Сашка, что ты? Как? Сейчас он тебе расскажет. Там, по-моему, и мотора-то не было. Головастый. В кого вот? Я не сильно в технике. Мать тоже ничего такого уж особенного, кроме ведра, не видала. А этот... мышеловку, помню, взял. Чего-то там с Томеской чик-чик. Приемник собрал. Откуда что в нем? Ох, головастый. Второй привоз за что был? В райцентр кто-то мотоцикл сына привез из Японии. Сколько-то цилиндров там. Ну и тот ехал куда-то по делам. Оставил на улице. Цепью только к столбу привязал. И два замка навесил. Отошел на минуту. А с коляской мотоцикл. В чем беда-то? Тут Сашка объявился с девками. В коляску-то их тоже много войдет. Подошел без стамески, без и всего. С одними девками. Тот возвращается через минуту. Да где? Через полминуты. Цепь на месте, замки на месте, а мотоцикла нету. О, что ты! Тоже все удивлялся. Как ты завел его? Он же с секретом. Там японский секрет. Удивлялся все. И как ты быстро так? Оттого и быстро, что с девками. С ними быстро все надо делать. Они ж не любят долго ждать. Он и в третий раз через технику попался. С девками собрался куда-то. В кино, что ли? Девки ведь от него ни на шаг. Что ты, не отгонишь. Как мухи на мед. Он же высокий у меня, Сашка, ладный. В меня весь. Ну и девки одолели его. Он же безотказный. Они пользовались, сволочи. Прохода от них не было. Ночью выйдешь на двор. Шур-шур в кустах. И что такое? Собака, что ли? Где? Девки под каждым кустом. Его больше к технике тянуло. Ну и к девкам, конечно, тянуло. И к технике. Так раскорячкой и жил. И что ли в кино не договорились, а тут дождь припустил. А сосед у нас слева-то машину иностранную купил. Знаешь ты его, змей, на какие вот деньги он купил. Машину впинал, пинал в гараж, к гаражу собаку. На суде все удивлялся, как ты собаку-то улащил, она ж волкодав. Как? Все тебе расскажи. Поехал Сашка в кино с девками и с волкодавом. Там пьяных ползало. Волкодав, давай кусать их. И всплыло все. А то бы Сашка на место поставил. А он аккуратный. Всегда все, что угонит, на место ставил. 3 года дали. 4 вот отсидел, сейчас обещает досрочно выпустить. Боюсь, знаешь чего? Начальник тюрьмы машину себе новую купил. Сашка пишет, во дворе ставит. А что там? Всего-то 2 решетки, 3 ворот. Да ну ничего, боюсь, как бы там девок не завелось.
Такая зараза тоже проникает всюду, как моль. Нету, нету, охватишься уже без шапки, без порток. Мать ему невесту приглядела, хорошая девка, я видал, работящая. И отец за ней мотоцикл дает, без коляски. Даст Бог, все у нас хорошо будет. Главное дело у него руки золотые.